Приветствую всех, кто это смотрит. Я продолжаю играть в Дыхание огня. Прости. Был бы я более ответственным. Край. Я знаю, я твоя мать. Ну, ты теперь достаточно взрослый, так что тебе нужно извиняться передо мной, если ты сделал что-то не так. Ты больше не ребенок. Ты сделал то, что должен был сделать, правда? Правильно, Край сделал то, что сделал. И он хотел помочь найти мою сестру. Принцесса Нина. Я знаю, что потеря вашей сестры будет тяжкой утратой. Но все равно не теряйте надежду. Она появится где и когда угодно. Ну, видимо, это она говорит про надежду, а не про Элину. В любом случае, вы все устали. А завтра вы придумаете, что делать дальше. Так, у нас Фоу теперь. А, нет. Давненько не было Фоу. Доброе утро, Рон. Я совру, если скажу, что я не волновалась о том, что случится дальше. Но Тарны... Ты помнил во мне, что надежда умрет только если мы сдадимся. Империя выдвинула свои требования. Они говорят, чтобы предотвратить дальнейшие вторжения типа наших. Союз должен передать огромные территории на границе в нейтральную зону. Пока Йоршин говорит, что она будет смотреть, что произойдет потом. Я вижу, все уже проснулись. Хорошо. Давайте подумаем, что нам делать. Так что Империя использует тебя как оправдание своего желания получить право на вторжение в территории Союза в любое время, да? Содержание соглашения просто смешно. Они что-то задумали против нас, но что? Я не знаю точно, но похоже, что они что-то усердно разыскивали. Знаешь что, я давно об этом думала, и думаю тут до сих пор, что я знаю, что они ищут. Я думаю, что они ищут Рона. Когда мы были в том городе в пустыне, то капитан из Империи сказал, что они искали какого-то дракона.
подумай об этом. Я нашла Рона голым посреди пустыни. Грязевой дракон внезапно рассердился. Вот у него есть голова с дракона. Так. Не то чтобы ты мне не нравился или что-то в этом роде. Если это правда. Если они действительно ищут Рона. Его могла использовать Империя или Людия против врага. Похоже, тебе не мешало бы разобраться, где правда, а где нет. Возможно, если мы отправим Рона к дракону ветра в Ветряндии, то вот он скажет то, что нам нужно знать. Это важно. Если вы хотите узнать о драконе, лучше всего спросить другого дракона. Я думаю, стоит попробовать. Используй это, чтобы пройти через руины Ветряндии. Я не знаю, твой я друг Рон дракон или нет, но я знаю ее способ, как это узнать. Спроси об этом дракона ветра. Всем одно и то же говорит. Лагерь разобьем, как обычно. Уверена, если мы встретимся с драконом ветра, он сам может сказать что-нибудь о тебе, Рон. Ветряндия. Это дом Лины и Нины. Я хотел бы избежать любых неприятностей там, если сможем. Я бросил денег. Это либо спойлер. Ну, в смысле, эта фраза должна была быть после некоторого события. Либо просто перевод корявый. Йоршин объясняет, что есть драконы, которые могут говорить и понимать человеческий язык. Дракон ветра из Ветряндии один из них. Надо еще в Воронт заглянуть. Тут уж наверняка что-нибудь-то изменилось. Думаю, в этом был возрасте девочки сильнее мальчиков. Помнится, была одна девочка, которая убивала у вождя, когда тот был в таком же возрасте. Ну-ка. А, ну, то же самое говоришь.
Я выигрываю 10 раз подряд. Ненавижу свою сестру. Она всегда меня побеждает. Добро пожаловать. Вождь Край. Старейшины ждут вас. Не говорит, тот отдыхай, Край. Пока в наших телах есть дыхание, мы защитим эту деревню от всех, кто будет ей угрожать. Пусть это будет люди или даже вся империя. Идёшь в Ветряндию, чтобы пообщаться с драконом? А, двух зайцев одним выстрелом. Вы должны выяснить что-нибудь о Роне. И... избавиться от преследований или людей. Интересно, что вот эта девочка скажет. Аня. На Край не реагирует. Ну тогда идем дальше. Тут уже изменилась локация. Поэтому надо будет как-нибудь показать. А пока идем в храм. Так. Кстати, интересно, что там, зачем им этот проход? Там что ли горы какие-то? Ну, на карте ничего не видно. Тут же вроде как равнина. Ну ладно, пошли. О. Лабиринтик. Так, пробуем просто бить. Ёршин что-то выучила.
Слева сундук. Здесь и так видно, что тупик. Ладно. О! Лазеры. Еще и эти попадаются. Так, что можно сделать? Можно попробовать серию на них вызвать. Слабовато. Тут нам край нужен. А. В какую сторону их двигать-то надо? Сюда. А, туда не получится. Может, и так собьем. Может, повезет. Нет. А, вот так, что ли? Ну, еще и обжегся. А, ну... Здесь уже дальше по сюжету, скорее всего. Но я не хочу так, я хочу сундук. Так что... Yeah.
Чё-то он стал сильнее. Он от огня, что ли, сильнее становится? Ну... И ладно. А, тут еще есть вход. Понятно. Серебряный верх. Это наживка для рыбалки. Так. Сюда не получится. Ага. Ага, вот оно как. Вот тут сундук так эпично стоит на пьедестале. Чё это хоть за браслет света-то? Ощущает против так статуса. Обойдемся без этой защиты. Так, надо его. Да, он перекрывает путь. Надо его на место поставить. И это на место поставить. Я забыл синюю-то передвинуть. Ой, желтую, то есть.
Ну все, пошли отсюда. Тут мы уже пришли, что ли? Я помню. В первый раз тут очень долго бродил по этому лабиринту. Мне казалось, он больше. Хорошо, что я нашел место для отдыха. Скажи, не думаю, что ты захочешь обменять железный шар на это сокровище, которое я нашел в болоте. Ну, давай меняться. Ну, просто там лежало. Все равно неплохое сокровище, да? Эти сокровища очень интересные. Так, сундук. И вот тут у нас новая локация для исследования. Раньше сначала была пустыня, теперь потом лес, и теперь вот равнина. Этих маленьких щелковечков все-таки нужно бить магией сразу, не жалеть. Копашную их есть смысл только если играешь не на записи, можешь долго и упорно бить. Вот какую-то бомбу взяли. Будет еще один интересный лабиринт. Ага, тут используют какую-то атаку. Это ну. Пробуем ее выучить. О, Ёршин опять. Ёршин у нас. Молодец, в этой серии две атаки уже выучил. Хотя давайте-ка их шканем. Если наступите на сломанную часть мостика, может раздаться шум. Он может испугать некоторых зверей в болоте. Пожалуйста, ходите осторожно. Ну, нам это... Если хотим все сундучки взять, ходить осторожно не надо. Так, что из этого можно
патроны пока. Попробуй что-нибудь украсть. Хотя что там украсть? Эх, только ягоды. Ну, ладно. Они мне их всех добьет. Комбо. Объединились абсолютно разные атаки. Там нет смысла вообще. Но зато значок комбо. Возиться сейчас сразу. Эх, не получилось. Издеваются. Так, все правильно. О, какая змейка. Красавица. Да, красиво нарисовано, правда. И вот сломанная часть доски. Змейка ползет. Испугалась шума. Кольчуга. А, кольчуга это... А, не, хорошая броня. Это у Цилоса такая броня. Чё? Змейка мешает тут пройти. Змейка такая меланхоличная. Нас не нападает. Просто пошумим, она ползает. Эх, все бы змейки в компьютерных играх такими были. Так, интересно тут. Ага. Тут, похоже, некуда нам идти.
Сундук перекрыва. Так, вроде там больше никаких сундуков нету. Ну, так жизнь. Целых 3 штуки. И сюда нам есть смысл идти. А, ну здесь уже выход. И вот мы все сундуки собрали. Можно и возвращаться. То есть идти дальше. А, или это... А, да, это дальше. Вот тут интересное место. Локация такая же, как в обычайной встрече, ведь, да? Да, вот даже речка та же. Деревья те же, но... Здесь нельзя... Дорваться на драку с монстрами. Я надеялся, что она начнет носить одежду после того, как мы... поженимся. Ох, думаю, зачем я женился на фее? Мне интересно, что сама фея думает по этому поводу. И что вы о себе думаете? Вламываться так в чью-то комнату? Убирайтесь! Тоже равнина, но я ее не буду исследовать. Мы сделали круг, вернулись к тому. Так, мы скоро будем в Ветряндейрон. Элина и я родились и выросли в замке в Ветрянди. Прости, Нина. Я правда не ожидал такого печального конца. Что мы вернемся в Ветряндию без Элины. Но мы должны, если тебя снова схватят людейцы, мы... Никогда не сможем найти Элину. Я думаю, ты права, но кто знает. Нам следовало бы попытаться найти ее. Еще свидетельство пребывания здесь Элины. Вот ты где, наконец-то. Я вот уже совсем обыскалась тебя. Ты должен помочь нам, мальчик-дракон. Мы попали назад домой, но
Мы покинули наши дома уже так давно, что мы не знаем, что дальше делать. Пожалуйста, помоги нам. Ты хочешь помочь нам? Правда? Ура! Спасибо! Еще одна мини-игра. Ну, эти там говорят нам какие-то советы. Очень вы нравитесь. У вас волшебная красота, всех дурманит и все такое. Мы так рады, что вы здесь. Мы совсем забыли, как жить самим. Нам нужно, чтобы вы сказали нам, что и как делать. Помогите. Так, ну, как я вам помогу? И здесь инструкция. Можете почитать на паузу. Как эти способности. Вот они все разные, но так как мы контролировать возможности их не можем у рождения, так что что и есть, то и есть. Это сам вам деле, как я понял, это не сильно влияет на производительность труда. Не все. Не, ребята, все давайте на охоту. Потому что еды у вас нету. Вот эти. Ну ладно, давайте нормально. И... время разговора с драконом ветра, ваш путь откроется вам. Если Йоршин говорит, это должно быть правдой. Я не с тобой хотел поговорить. Волшебные царства, кажется, весело. Ветрендия, дом Алины и Нины. Оно то же самое говорит. Что эти феи имели в виду, когда тогда сказали, что действительность не отличается от сна? Так, и я хочу вам показать, прежде чем идти в замок, что такое охота. Вот если феи были посланы на охоту, то... Так, нет, не исследование хочу. Вопросик может быть исследованием, а может быть охотой. Нет, нет, ребята. Давайте мне охоту покажите.
Вот. Помогите. Оп. И у нас теперь есть жаркое. Нет, фея, мы его не отдадим. Мы заберем себе. Ага. О, вот этот хороший. В нем много мяса. Эй, куда бежишь? Мое мясо не убегает меня. Вот так вот. Не, филе мы феям точно не дадим. Так. Вот феи, они умеют зверей гипнотизировать. Так что те за ними бегают, но... Убивать их они не умеют. Это как-то странно. Зачем им тогда есть мясо? Если они не умеют охотиться. Вроде как они должны питаться пыльцой какой-нибудь. Нет, уйти я не хочу. Так, ну это... Берите феи. Там еще какой-то зайка бегал. Ой-ой-ой. Оп-оп-оп-оп-оп. Попался. Берите. Оп. Все. Этот последний. Тоже давайте феям скормим. Где там она у нас? Вот еще можно края выбрать и вот эти камни двигать. Там перекрывать им. Вот, например, здесь два камня мне поставить и будет тупик, но... Потом их сюда загонять. Как-то гораздо проще их просто до угла догнать. Спасибо за твою помощь. Охота страшная вещь. И иногда животные устраивают охоту на нас. И еще их можно вот сюда скидывать. Там тоже вот... зажимать в угол, например, вот сюда и убивать. Так, теперь уже уйдем. И еще раз надо зайти в этот домик. Теперь-то ты будешь с нами говорить? Что вы себе думаете? Не, не будешь. Ну, видимо. Видимо, еще рано. Ну, что ж, на этом я закончу серию. Всем пока.